Добрый день! Сегодня я вам расскажу про фиточай «Мудрость природы» медовый нектар, в состав которого входит смесь сушеных и измельченных трав, иван-чая трава, мелиссы трава, чабреца трава, акации цвет, липы цвет. Это отборный сбор цветочных медоносов, без консервантов, красителей, без ГМО. Это источник природной красоты и силы, магия качественных натуральных душистых трав. Фиточай упакован в красочную картонную коробочку и разделен на 20 больших круглых пакетиков для удобного заваривания. Пакетики дополнительно упакованы в оригинальную бумажную упаковку для надежного сохранения свежести продукта. Способ применения. Положите в чашку или чайник для заваривания один пакетик фиточая в расчете на один прием. Залейте кипятком питьевой воды, примерно 250 мл, и настаивайте 5-8 минут. Подсластить можете по вкусу. Хранить в сухом месте при относительной влажности не более 75% и температуре от 5 до 25 градусов по Цельсию. Оберегайте упаковку от воздействия прямых солнечных лучей. Спасибо за просмотр и будьте здоровы! Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях под видео. Понравилось видео? Ставьте лайк! Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.